Всем привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Я тоже решил не обходить хайп вокруг песни Лютика и исполнить собственную версию песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Но прежде чем приступим к каверу, я хочу разыграть свой вокальный и гитарный курс, который находится в описании под видео, пройдя который, ты уже будешь профессионально, виртуозно играть на гитаре и петь свои собственные песни и станешь кавермейкером. Для того, чтобы выиграть этот курс, надо подписаться на Хижину Музыканта, в комментариях написать, сколько лет ты играешь на гитаре, и поставить лайк этому видео. В следующем разборе данной песни Лютика я разыграю данный курс. Поехали! Когда скромняга Барт отдыхал от дел с Геральдом из Риви, он песню эту пел. Сразился белый волк с велеречивым чертом, эльфов покромсал несчетные. Сзади подползли, хоть это стыд и срам, сломали мне лютню, дали по зубам. Целился тот черт мне рогом прямо в глаз, и тут ведьмак крикнул: вот твой смертный час. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Он хоть на край земли отправиться готов, сразить всех чудовищ, убить всех врагов. Он эльфов всех прогнал за дальний перевал, высокие горы на вечный привал. Кровь о глаз, был ранен много раз. Он людям товарищ, всегда он за нас. К чему эта вражда, никак я не пойму. Он нас защищает, так налейте ж ему. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это, зачтется все это. Вот хороший дубль. Можно оставить. Прекрасная песня Лютика в средневековом стиле. На самом деле не играется так легко, как вы думаете. Я сам несколько дней парился. Много аккордов, необычные после попсы, да, подбирать тяжело. Поэтому и там даже мелодия есть кое-какая, если вы хотите ее играть. И чтобы вы не парились, я в ближайшие дни сделаю разбор данной песни. И чтобы его не упустить, просто подписывайся на Хижину, обязательно включай колокольчик. Участвуй в розыгрыше видеокурса. В комментариях пиши, сколько лет ты играешь на гитаре. И давайте попробуем набрать 10 тысяч лайков. Давно уже не набирали такую большую цифру. Я думаю, мы сможем. И напоминаю, что у меня на днях вышел клип на песню «Музыка моей души». То ли я, то ли ты, то ли в нашей сети. Ссылочка будет в конце видео, а также в описании. Качайте песню, слушайте где угодно, поддержите мое творчество. Поехали.